Здравствуйте, друзья! С вами Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко, и мы стоим возле шикарной, просто фантастической теплицы, которую мы буквально сегодня только закончили, еще куча там огрызков этого поликарбоната, железа и все на свете. То есть в этом ролике мы поговорим о конструкции теплицы, зачем нужны червеводам теплицы, какие все-таки бонусы несет подобная конструкция для любого червевода, если, конечно, у него есть возможность ее установить. Зачем нам нужна теплица? Ну, наверное, там и вкратце скажем, что такое червезависимость и червячный вакуум. Ну, об этом все мы уже поговорим внутри, потому что на улице все-таки прохладно. Прерываемся. Для чего она нужна? Вот если просто перечислить, то это банальное хранение тары. Временное. Вы понимаете, что когда под солнцем, она быстро будет разрушаться. Но когда осень, зима, весна, когда на улице нет такого солнца палящего, то это вполне себе хорошее место. Почему мы выбрали именно такую конструкцию? Вот тоже так, маленькое ответвление. Вот посмотрите, у нас же были ролики в нашей хантовской теплице. АТ-155 про корм червячный, АТ-108 про утилизацию СВ, АТ-102 наше мини-производство эко-грунтов. Где у нас была обычная купольная теплица, 3 метра в ширину, там, ну и там можно над головой чуть-чуть. То есть, когда вы в нее ставили тар, то уже там 4 или 5 ящик уже упирался карбонатом, потому что он уже идет полукругом. А здесь вы посмотрите. Ух, ну смотрите, вот я, она настолько мощная, можно просто подтягиваться. То есть она реально мощнявая. И вот смотрите, сколько здесь стоит. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сместите стопку в центр, и здесь еще парочку поместится. Классное место. Второе, я считаю, самое главное. То есть первое, это хранение всяческого рода тары и орудий труда, какие бы у вас их не было. Второе, я считаю, даже важнее, это работа с червями вне помещения. То есть вы работаете под солнцем, заряжаетесь энергией солнца, заряжаетесь, дышите свежим воздухом. То есть вы сами понимаете, осенью, когда уже прохладно на улице, в теплице все равно теплее. То есть мы это очень сильно ощутили в хантах. Когда, посмотрите, любые из наших роликов, там связанные 300 спартанцев, любые ролики, где мы работали в глухом контейнере, без единого окна. И ты выходишь на улицу, просто радуешься солнцу, но ты выходишь редко. А здесь, то есть, соответственно, имея теплицу, вы будете больше иметь возможность работать непосредственно на улице. Даже выборка червя, вам не надо лампы какие-то, у вас солнце отовсюду, ну, буквально. Это экономия электричества. В любом помещении нужно свет, чтобы был всегда включен, всегда. А здесь, соответственно, постоянно много освещения, много энергии. Вот даже просто земля вас питает. Просто вот стоишь ты, она же живая. Земля же живая. И она нас также очень существенно подпитывает нашу жизненную энергию. И вы будете всегда радостнее и веселее. И все ваши семейные узы будут более крепкие. И внутреннее здоровье будет более крепкое. Ну, это очень хорошая тема. Если у вас есть участок, то прислушайтесь к нашей рекомендации и сделайте все-таки теплицу. Как я уже говорил, это выращивание экологически чистых овощей и зелени. То есть помимо экспериментов по выращиванию на ваших вермикомпостах, это выращивание для себя. Безусловно, мы отделим некую часть, на которой либо стеллажи сделаем, либо еще что-то. Ну, то есть это будет не только какие-то показательные в нашей ситуации выращивания, а также и вам советуем постоянно выращивать экологически чистые овощи. Что, продолжаем. Когда, вот маленькие рекомендации от нас. Когда мы выбирали теплицу, какие основные критерии выбора были? Все современные теплицы идут путем, внешне она что-то есть, а в реале вот эти профили делают из 0,5 миллиметра железа. То есть маленькие, узенькие, и только снег упадет и слаживает как домино. То есть мы взяли с широким профилем, мы взяли не просто с широким, еще и с толстостенным профилем, то есть больше 2 миллиметров толщина профиля. Потом мы взяли, сделали с толстого карбоната, толстый, то есть
производитель рекомендовал нам, ну, более бюджетный вариант. Да? То есть не рекомендовал, а предлагал нам. То есть мы взяли толстый, понимая, что мы хотим максимально долго работать зимой. Мы сделали сквозные двери напротив, огромные. Вот мы сейчас к ним подойдем. А сама по себе конструкция очень универсальная. Здесь просто берется такая же рамка, вываривается и делаем форточку. То есть форточек можно делать сколько хочешь. На круглой вы ничего не можете сделать. Вообще ничего. Только двери в вашем распоряжении и все. И если она длинная, то вы там точно запаритесь. Здесь мы не сделали форточки изначально, потому что впереди еще зима, и нам не нужны лишние сквозняки. Сейчас вы слышите легкий шум? На улице начался небольшой дождь. Где вы можете работать, когда на улице дождь? Построить помещение? Ну вот смотрите, это конструкция этой теплицы, 4 ширина, 8 длина. Вы можете себе представить, сколько бы стоила стоимость помещения в данном размере? Ну несоизмеримо больше, может в 10 раз больше. То есть это даже из позиции выгоды очень хорошее приобретение. То есть вы получаете помещение, в котором можете работать за небольшие деньги. Дальше, по конструкции. А чем она хороша? Ее можно делать как угодно. Она может быть абсолютно модульной. То есть, и когда я спросил у производителя, можем ли мы ее удлинить, на что говорят, абсолютно не вопрос. То есть, смотрите. Вот, а, двери вообще, я еще не сказал за двери. Смотрите, все производители, в основном, все, кому я заезжал, вот они оббивают карбонатом, а потом просто прорезают щель между дверями. Здесь, опять же, мы этот вопрос обсудили с производителем. Мне не нужна щель. Нам нужно, чтобы не было сквозняков. И поэтому карбонат резали с той стороны по центру. Сделали специально одну широкую полосу. Видите, одна узкая. Вот они рамки же, они узкие. И это тоже узкая. А одна полоса широкая. Для того, чтобы карбонат... Вот, видите, вот отсюда видно. Ну, подойди ближе. Видно, что он больше выпирает. И когда он закрывается, то есть он перекрывает щель. Все как в грузовом автомобиле. Смотрите, засов вверх, засов вверх и вниз. Это одна держится, вторая держится за нее. Открывается как в Роллс-Ройсе двери. Такой раз, вы попадаете на огород. Когда мы говорим о том, что производителю можно ли ее удлинить, на что он сказал, пожалуйста, просто выставляем брусы и ставим ее любой длины. Присмотреться, посмотри вдаль. Вы видите газовую трубу. Вот посмотри сквозь ветки. Видно газовую трубу? Ну, проще говоря, вот если у нас потом вам будет видно на экране, вот там заканчивается наш огород. Где-то там, далеко. Так что удлиняться можно еще. Ого-го-го-го-го-го. Поэтому, еще раз, когда вы выбираете теплицу, выбирайте качественных, грамотных производителей, чтобы толстый профиль, чтобы думать о худших сценариях, чтобы снег не раздавил, чтобы ветер не сдул. Не пренебрегайте якорями. Еще раз к ним подойди. Подойди еще раз к якорю. Вы видите, какие мы мощные сделали? Видно вниз? То есть это больше метра в длину, поперечины, и мы это все забетонируем. Потому что даже когда я сказал этому производителю, а давайте сделаем якоря, на что он сказал, а зачем? Ну, может, она и так тяжелая, может, ее не унесет. Я говорю, так наоборот же, если она тяжелая, если ее унесет, мы ее уже назад не поставим. Ну, то есть он не был против, просто изначально, видимо, не думал об этом. Но вообще, если вы житель Белгородской области, пишите в комментариях, порекомендую вам вот такого вот производителя, который делает, ну, действительно, реально красивые вещи. Если вы не житель, ну, соответственно, обращайте на это внимание, чтобы даже потолок был толстенного профиля, чтобы сама по себе несущая конструкция была мощной и надежной, чтобы вам было здесь приятно работать, чтобы карбонат был толстый, не думайте, что вы там что-то сэкономите. Если вы сделаете тонкий карбонат, то будет буквально тут, у вас будет шумиха в ушах, постоянное эхо, потому что это все будет шевелиться. Когда купольная теплица, ну вот эти маленькие, как я вам показывал во втором ролике, да, где мы грунтами занимались, она же натянутый карбонат, потому что он круглый, и поэтому оно почти не шевелится. А когда вот вертикальные поверхности, то это все постоянно шевелится.
Потом, почему мы взяли именно 4 метра в ширину? Потому что когда, вот если вы посмотрите наш ролик АТ-102 производства эко-грунтов, там у нас стоит сито, и мы, ну, буквально что-то просеиваем, да? То есть, вы посмотрите, как я могу сделать это здесь. Я могу взять где-то здесь и нести где-то туда. А там это махонькое помещение, которое, ну, буквально вы постоянно боитесь, что вы либо черенком пробьете, либо самой лопатой повредите карбонат. Так что думайте, нужно максимально широкую. Мы боялись брать шире, ну, все-таки уже может, чтобы снег не раздавил. Но мы остановились, пока первый наш модуль это 4 метра в ширину, 8 в длину. Но обязательно мы будем выращивать экологически чистые овощи здесь, помимо огорода, потому что теплица дает возможность на месяц раньше начать, на месяц позже закончить. Даже у нас сейчас на огороде, там где-то, наверное, 1,5 на 1,5 метра петрушка. Мы ее, вероятнее всего, сейчас, ну, я так думаю, если это получится, прям подрезать ее как дерн и перенести ее сюда, чтобы она еще подольше нас порадовала. Хотя уже ноябрь месяц, но снега нет, холод еще, какого-то устойчивого минуса еще нет. Чтобы мы подольше были вот прям заряжены витаминами. Вот представьте себе, вот если бы мы обжирились, просто лежали бы на диване, ели какую-то бяку, эти все токсические овощи, и пропали бы с вашего поля зрения. Ну просто вы пропали. А вот теперь представьте, а что делать червезависимым? Что делать червезависимым? Они заходят, а эти ткачемки там лежат на диване, ничего не снимают, да? И у них начинается червячный вакуум, знаете, такая острая нехватка информации про червяков. Ну, прямо острейшая-приострейшая. Ну, вам на ближайшие полвека это не грозит. Ну, это как минимум. На полвека. Потому что идея у нас вагон и маленькая тележка. Как это можно модернизировать? Как можно это воплощать в жизнь? Все вот эти маленькие моменты, почему мы с вами делимся какой-то вроде бы рядовой теплицей. Вы слышите на улице дождь? А нам с вами приятно, а нам с вами есть возможность общаться. А сейчас это было бы либо в помещении в каком-то полусумраке, либо на улице под дождем стояли бы и мокли. Понравилось? Понравилось видео? Мы очень стараемся, поэтому всегда так же показывайте, что вам нравится. Возможно, это какие-то, как это там, пальцы вверх, для того, чтобы чувствовать, что мы даем вам то, что вам нужно, полезную информацию. Относитесь с терпимостью к небольшой рекламе в конце, чтобы мы все-таки, мы это добавляем для того, чтобы вы видели, что мы можем вам предложить. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья и счастья, наша судьба. До свидания. Ну и, друзья, немножечко рекламы. То, что можем вам предложить, это черви дендробена в мальках и в виде коконов. Это черви-старатель. Смотрим ролик АТ-152 старатель Ткаченко. Также в виде червей и коконов. Вермиконтейнер. Смотрим ролик АТ-186. Вермиконтейнеры и конструкции. В них можно дома разводить червей. Вермикомпостер АТ-187. Также забиваем на ютубе. Все есть. Корм для дендробен как в литровой расфасовке, так и в 5-литровой расфасовке. Ну, безусловно, в подарок ко всей нашей продукции это вермизакваска ПТ. Посмотрите ролик АТ-182. Посылаем абсолютно всем. Теперь кратенько я покажу еще раз дендробену и старателя, чтобы вы их увидели с маленькими акцентами. Дендробену мы в маточниках держим только крупную, для того, чтобы, когда крупный червь, никакие другие до такого размера не дорастают. Ну, никакие навозники, по крайней мере, да? То есть, и так очень легко контролировать и расцветку, и упругость. Ну, и, соответственно, по всем качествам видно дендробену. Каждый месяц мы меняем как на старателях, так и на дендробене субстрат, и поэтому у нас нет ни букашек, ни гриндаля, и поэтому мы при смене субстрата просматриваем всех червяков. Если какой-то червяк по каким-то причинам не нравится,
он отправляется на рыбалку, то есть он не остается в маточнике. Все гиперактивные, как я сказал, дендробену мы отправляем в мальках и в коконах, также и старателя отправляем червями и коконами. На чем бы я завершил? Мы являемся юридическим лицом, поэтому отправляем нашу продукцию как юридическим, так и физическим лицам. Если хотите получить полный наш прайс, пишите на электронную почту, либо звоните по телефону. Все в описании к ролику. Номер телефона привязан и Viber, и WhatsApp. С вами был Андрей Ткаченко, оператор Александр Ткаченко. Здоровья, счастья, наша судьба. До свидания.